икра из водорослей – это простой способ украсить свой стол изысканным на вид, но доступным ингредиентом. Она идеально подходит для вегетарианцев, ведь не сдержит компонентов животного происхождения. Итак, расскажу, как приготовить икру из водорослей. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Ингредиенты. Сухая ламинария, 5 грамм, морская капуста. Можно заменить водоросли минари. Морковь, 1 штука. Свекла, 1/2 штуки, небольшая. Вода, 130 мл. Растительное масло, 1 стакан, рафинированное, без запаха. Агар-агар, 0,5 чайных ложки. Соль, 1 чайная ложка. Количество порций, 1. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. До свидания.